Всем привет, ребята, и вы на моем канале Губка Боб Квадратная Штука Гипс. Я сам Губка Боб. Ну, угол опять мне помешал, но я все равно залил это видео для крутости. И давайте-ка начнем. И у нас пчела. Не могу поверить, сама что не есть пчела. Ну, вот он, ребят, наш любим. Давайте-ка на подводную вечеринку. Гости, опять Гугл. Это осьминог? Давай. Чё он такие таблички ставит? Ты чё, участвовал? О! Чё вы тут смеётесь? Это нифига не смешно. Давай, обозливайся, чтобы нам надрать жопу. Чтобы надрать попки этим горожанам, которые тебе угрожают. О! Мы что, в Европе поедем? Точнее, поплывем. Стоп, это ж театр. Матерь Божия. Ну ладно, отправляемся в бой. Воздуха жизни. О, господи, это что такое? Ой, так не чувствую, это что за скоростной... Это скоростная рыба какая-то. Ах, опять. Эта рыба вернулась только в качестве какого-то из боссов опять. Спаунит своих приспешников. Ох, теперь на подводном мире тоже мне не сдобровать. О, гости, я опять двоих уничтожил. О-о-ой, да ёпста! Чё ты ко мне ближе не подсказываешь? О, господи! Фух, ещё бы чуть-чуть, я бы взорвался бы. Окончательно. Итак, ребят. Нам нужно выбить финалочку. О, господи! Не замечала ты. В прошлой серии мы, ребята, победили повара из Америки. Теперь нам нужно выиграть какого-то непонятного пса какого-то, который я видел у других блогеров. Господи, ребят, цепная реакция. Ого! О, господи. Чикен. Мы что, будем курицей управлять? Вы не офигели? Мы шо, будем курицей? Я бы, да, вот этих вот змей, а то они тоже, типа, бесполезны. Вот пчела сводящая. Вот она может кидать. Это чё, стая хищных рыб, что ли? Реально, стая хищных рыб. О, господи. Вот, да, по типу. Он... Вот так-то. Жизни взяли. Амсаник совершили. Вот так. А потом так. И... Амсаник. Извините, ребят, я просто болею. Мама меня заразила. Она себя на больничку завезла. Точнее, она больничку сама-то, потому что она медсестра, ведь.
Ну да, если честно, я все мои друзья губки не болеют. Вот я вообще болею с моей матерью. Ну да, я не шучу, это моя мать заразила меня. Господи! О, господи, это ж... Это... Так это же госуслуги! О, ребят, что-то новенькое опять. О, покачину, ё-моё! Так это многие, многие госуслуги тут пережили, ё-моё, опять снесли! Ух, опять ракухи мы тут переложили. Короче, вот сколько ракух с нашими встречами я перебил. Итак. Ну, пингвина я не буду. Без пингвина я будто ничто просто. Итак, наша миссия уничтожить театр. Вот это! Вот это Соник, конечно, ребят. Он, надо ему восстановиться, как понимают. Все блогеры, которые меня смотрят. Надо восстановиться. Ох ты ж, едеть. И, кстати, я запланировал за это видео купить еще одну клешню. Вот. Точнее, не купить клешню, а что ты будешь делать? А просто купить щупальца. О, ребят, босс. Босяра, кажется. Мегапеди? Что? Педя на нас, что ли? О! Рыба, ты чё так приоделась? Нарядилась эта рыбка совсем уж не плышая. О. Вот так-то! Господи, это ж просто безумие! Это безумие. Безумие! Разбойная какая-то личность, ё-моё, опять жизни снесли. Ай-яй-яй. Нет! Ребята, я опять провалил это задание. Ну что ты будешь делать? Ладно. Если курица не справляется... Значит, придется... О, опять надо пойти на дуэль опять с этой мадамой. Да, это звучит глупо, но... Опять, но новый мир это прежде всего, ребят. Потому что мы без нового мира не проживем и не уничтожим театр. И да, ребят, накопила новые щупальца. О, господи. Ох, успел. Бахс. И опять дуэлька. Опять дуэль. Пошла жара. Все, пошла жара. Пора ее угробить. Вам, Саник. Ох, покачину, ё-моё. Господи! Да-д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 а
Опять безумие, безумие начинается. Начинай безумие. Ой, так-то. Отлёк. Вот ненадолго опять приближается. Еще чуть-чуть ей осталось. О, да-да-да. О, теперь с большой скоростью. Давайте-ка, ребята. Меня замочили. Но зато мы подрались с этой мадамой. Подрались реально. И я могу новые щупальца купить. И на еще одну. Так, у меня ноль жизни, ребят. Я одна жизнь. Это значит, что придется начинать все сначала. Блин. Мы на этом не закончим. Всем пока.